Восстановление контроля над Лачином по результатам Второй Карабахской войны стало поворотным моментом в истории региона. Некогда один из цветущих уголков Азербайджана в период 30-летней оккупации со стороны Армении был уничтожен. Намеренно стерты следы присутствия его исконных хозяев. С возвращением Лачина в городе были начаты масштабные строительные и восстановительные работы. Началось переселение бывших вынужденных переселенцев на малую родину, откуда они были вынуждены бежать почти три десятка лет назад. Слава Богу, мы увидели день освобождения наших земель от оккупации. Да упокоит Бог души героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Желаю здоровья нашим солдатам и офицерам. Сегодня, благодаря им, мы возвращаемся в родные края. Я очень рад, но мне трудно выразить свои чувства словами. Понять нас могут люди, тоскующие по своему дому. Мне было лет 47, когда я был вынужден покинуть Лачин. Сегодня, в возрасте 77 лет, я возвращаюсь в места, где родился и вырос. Несмотря на то, что я сама не родилась в Лачине, тем не менее, я всегда жила с мечтой побывать там, увидеть город, в котором выросли мои родители, дедушка с бабушкой. Они много рассказывали мне о Лачине. Сегодня настал день, когда моя мечта сбудется. За это я безмерно благодарна героям, павшим за нашу свободу. Все 30 лет тоски по Лачину. Их не покидала мысль о том, что рано или поздно они обязательно вернутся в родной город. В настоящее время правительство Азербайджана активно работает над восстановлением инфраструктуры в регионе и обеспечением необходимых условий для возвращения уроженцев освобожденных территорий, включая город Лачин. Для облегчения этого процесса власти предоставляют различные виды социальных услуг, в частности, обеспечение жильем, доступ к бесплатному образованию, здравоохранению и так далее. Сейчас я с радостью возвращаюсь в свой родной город, который покинула в 40 лет. После освобождения Лачина мне не терпелось вернуться туда. Это было моей самой большой мечтой. Хочу выразить благодарность верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость. Я преклоняю голову перед всеми героями, которые освободили наши земли. Спустя 31 год мы с родителями возвращаемся в родной дом. Нас не покидает чувство гордости. Мне было всего 7 лет, когда мы бежали из Лачина. Мы прошли через непростое жизненное испытание. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить наших отважных героев, усилиями которых сегодня мы проживаем эти исторические дни. Возвращение бывших вынужденных переселенцев в Лачин, бесспорно, долгожданное событие для каждого его жителя. Оно символизирует победу над оккупацией и восстановление исторической справедливости. Каждый лачинец осознает возложенную на его плечи ответственность по сохранению этого наследия и его передаче подрастающему поколению. Фарид Адилов, Пярид Дюниямалиева, Рамиз Мерешли, CBC.